Дважды изнасилованная 18-летняя Диана Шурыгина 5 октября станет женой 29-летнего оператора Первого канала Андрея Шлягина. «Андрей мой человек, я вижу его отцом своего ребенка», — улыбается счастливая Диана. Правда, этот союз многим в стране кажется странным. Сидят девочки, ни рожи, ни кожи, и обсуждают, какая я тварь и мразь, что замуж выхожу в 18 лет, — возмущается Шурыгин. «Я не виновата, это они козлы, которые меня ненавидят. Но мне плевать, ведь есть и у меня поклонники, которые меня любят. Люди подходят ко мне, хотят сфоткаться», — утешает ее жених. Андрей говорит: «Ты популярна, это нормально, что к тебе постоянно на улицах подходят посторонние люди. Эти посторонние люди подходят, чтобы напомнить Диане. Она испортила жизнь человеку, который по ее милости сейчас в тюрьме. Урод сидит, это главное для меня». Довольна Диана. Плохо лишь, что ему скостили срок с 8 до 3 лет. «Я была очень расстроена, когда узнала. Раз сделал преступление, то сиди. В ту пору я была наивной и глупой. Ведь выпивать и курить, убегать из дома я начала в 15 лет», — рассказала Диана. «И юбка у меня была короткая, когда не надо. Но я и сейчас могу надеть мини. Не вижу в этом ничего плохого». Как ничего плохого, по мнению изнасилованной Шурыгиной, нет и в пьяной лесбо-вечеринке, которую она устроила накануне свадьбы. Всю ночь с подругами из родного Ульяновска и 33-летней мамой Диана каталась по Москве в арендованном лимузине. Бармен только успевал подавать коктейли, причем некоторые смешивал прямо во рту у Шурыгины, скабрезно подшучивая, что она липкая и сладкая. После пятого напитка Диана начала ласкать подругу, целовать ее в засос, и та ответила ей взаимностью. «Только Андрею это не показывайте», — умоляла невеста оператора НТВ, который снимал похождения Шурыгиной для программы «История всероссийского скандала». Интересно, а почему стриптизера не было в салоне лимузина? В общем, мы поздравляем Андрея Шлягина с будущей свадьбой. Думаю, что ничего просто так не делается, и Андрей действительно достоин Дианы.